Наш учитель Антон Сергеевич однажды спросил: «Скажите, а что вы любите?» Я сказал, что я люблю хорошую музыку и мою собаку. А мой друг Мишка сказал: «Я люблю черный хлеб, сладкие булочки и ванильный кекс». Еще я люблю кремовый торт и разные пирожные. Пирожки я тоже люблю с мясом, с джемом, с рисом. И очень-очень люблю картошку, особенно жареную. Колбасу я тоже люблю очень сильно. Могу съесть килограмм. Очень люблю макароны с маслом и сыром. Люблю яблоки, котлеты, суп, мясо и чай. Так, про конфеты говорить не буду. Их любят все. Да, я всей душой люблю шоколадное мороженое. Time to practice. Listen and repeat. Наш учитель Антон Сергеевич однажды спросил: Наш учитель Антон Сергеевич однажды спросил: «Скажите, а что вы любите?» «Скажите, а что вы любите?» Я сказал, что я люблю хорошую музыку и мою собаку. Я сказал, что я люблю хорошую музыку и мою собаку. А мой друг Мишка сказал: А мой друг Мишка сказал: Я люблю черный хлеб, сладкие булочки и ванильный кекс. Я люблю черный хлеб, сладкие булочки и ванильный кекс. Еще я люблю кремовый торт и разные пирожные. Еще я люблю кремовый торт и разные пирожные.
Пирожки я тоже люблю. С мясом, с джемом, с рисом. Пирожки я тоже люблю. С мясом, с джемом, с рисом. И очень-очень люблю картошку, особенно жареную. И очень-очень люблю картошку, особенно жареную. Колбасу я тоже люблю очень сильно. Колбасу я тоже люблю очень сильно. Могу съесть килограмм. Могу съесть килограмм. Очень люблю макароны с маслом и сыром. Очень люблю макароны с маслом и сыром. Люблю яблоки, котлеты, суп, мясо и чай. Люблю яблоки, котлеты, суп, мясо и чай. Так, про конфеты говорить не буду. Так, про конфеты говорить не буду. Их любят все. Их любят все. Да, я всей душой люблю шоколадное мороженое. Да, я всей душой люблю шоколадное мороженое. Listen to the story one more time. Наш учитель Антон Сергеевич однажды спросил. Скажите, а что вы любите? Я сказал, что я люблю хорошую музыку и мою собаку. А мой друг Мишка сказал: я люблю черный хлеб, сладкие булочки и ванильный кекс. Еще я люблю кремовый торт и разные пирожные. Пирожки я тоже люблю с мясом, с джемом, с рисом. И очень-очень люблю картошку, особенно жареную. Колбасу я тоже люблю очень сильно.
могу съесть килограмм. Очень люблю макароны с маслом и сыром. Люблю яблоки, котлеты, суп, мясо и чай. Так, про конфеты говорить не буду. Их любят все. Да, я всей душой люблю шоколадное мороженое. If you want more videos like this, click the like button and make sure that you are subscribed to our channel. Наш учитель Антон Сергеевич однажды спросил: